No. I didn't. Много лет сидели на хвосте у меня. Они знают, что если даже там в управлении начальник орал на них, когда поймаете лису. Я ни о чем в своей жизни не жалею. Я даже благодарен Богу. Благодарен Богу, что я отсидел на лебеде. Я там очень хорошо изучил человеческую психологию. Как ихняя профессия украсть, наша профессия их поймать. Вот и все. Ну, очень тяжело их ловить, тяжело. Меня назвал Рудик в честь вышедшего в 58-м году фильма. Там героиня Рита была, и он в честь нее назвал меня. Знаете, меня спрашивают, я говорю, как знаю, я брат его. Ух, как это вы профессор, а он вор в законе, или ну, закон не вор. Мы вот говорим, он... Не я, правда, не я, а он был академик, правда, не коронованный, но академик был. Я знаю, что я сделал для преступного мира, и люди мне говорили, и отмечали. Я бывал в городах, и в Москве, и везде встречался, и с ворами. И я знаю, что жизнь прожил я не напрасно. Я так говорю, в тобой, там, а он, Марина, говорит, вы ко мне не обращайтесь, говорит. Здесь энциклопедия ГУЛАГа, говорит. Не энциклопедия, как он? Да, энциклопедия ГУЛАГа, говорит. Кирилл, говорит, обращайтесь. Он говорит, не был, говорит, да. Ребята, вы что? Какие ребята? Ты вор или нет, ёпта? Тебе вопрос задают, что ты? Вы приходите мне уклад, но принимайте слово, что вор или не вор. Слушай, я спрашиваю, ты вор или не вор? Конечно, вор. Как? Вы вор? Я вор. Просто вор. Совсем не просто, самый настоящий. Вор, я не подчеркиваю, ассоциирует, что это вор, вот вор. Он только вору крадет, блядь. Понимаешь, за словом вор человека как такового, понимаешь? Как бы не существует. Помнишь, какой термин был, с этим делом называли? Да. Помнишь, я пересылку вор? Да. Да, на Таганку, блядь, придешь и с этим делом есть. Есть, или высота, да. Есть, да. Сколько раз меняли, или свои есть, да, свои урки есть, свояки есть, да. Нет. А потом воры, блядь, разумные подошли, я говорю, давайте называть свои имени. Давайте, как воры, что это там, свой, да. Я с этим делом, босяк. Да. Я говорю, там, да сколько, блядь, рисовались как-то люди-то. Человек – это мицери за цери. Знаете, вот если наша Илья Чавчавадзе, это считается отец в Грузии, писатель, да? И он, у него такое выражение – мицери за цери. Мицери – это земной и небесный. Мицери за церса. Человек состоит из двух, не аспектов, а из двух составных. Это земной и небесный. Земное и небесное – это есть человек. Не жалейте его. Он человеком никогда не был. Он был мужик. Я человек, командир. Поймали вора и не знают, вор он или не вор. Он может сказать «да», а может сказать «нет». Это ихнее право. Вот некоторые говорят, что я не вор, я обычный человек. Люди есть люди. Разворан не называй. Люди есть люди. Наши жизни вы этого глубоко не понимаете. Это жизнь закрытая. Ее, понимаете, сейчас даже если знаешь, не скажешь, понимаете. Но у них своя жизнь. У воров своя жизнь. Там свой кодекс, свои запреты свои. Нам тяжело. Выбрали эту жизнь. И она нам нравится. Если ее начать сначала... Все равно пойдем на тем же путем. У каждого своя дорога, у каждого свое место. Человек приходит в зону, он о себе говорит, кто он есть. Скажи, как есть, и будешь нормально жить здесь. Ты будешь иди к своим и живи за своими. Есть определенные касты в лагере. Да, человечку больше, да. Но если он бродяга, он должен тысячу раз, сотни раз быть чище еще того, за кем они смотрят.
Воры себя называют вор настоящий, это бродяга. Бродяги? А кто они такие? Те, кто не любит работать, бродят по базару. Они крадут чужое добро и пьют вино. Эти бродяги плохие люди, они играют в карты. Значит, весело? Работаете? Нет, да? Нет. Источник дохода. На что вы живете? Бог помогает. Бог помогает. Да. Пусть Бог смотрит в нашу сторону, помогает нам немножечко бороться со всей этой нечистью, со всеми этими негодяями. Им не выиграть никогда, ибо история, она доказывала, доказывает и докажет. Мы сохранили в себе все то, что потеряли многие. И это наша кость. Это, как вам сказать, это... Ну, это, как так называется, секта. А это ваши друзья все? Очень много людей мне неизвестных, но так получилось, что всем районам мы всегда, каждый год отмечаем здесь крещение Господне. Поэтому независимо от того, кто, когда, кем родился и кто кем стал, мы каждый год здесь собираемся с детьми и семьями, купаемся и проводим этот праздник великий, один из великих праздников православных христиан. Запрещенные предметы в обороте при себе имеете? Прошу вас проверить, но заранее говорю, что не имею. Самый запрещенный предмет, который я имею, это я. Есть правила, писанные кровью воровской, которые можно делать, что можно делать, что нельзя делать. Как на свободе, так и в лагерях. У нас большие ограничения, очень сами для себя ограничения, рамки. Главный вопрос, который встает перед теми, кто пытается понять идеологию воровскую, воровской мир. Собственно, с какого перепола, чего, зачем? Зачем определенная группа людей вдруг в какой-то момент стала брать на себя такие жесткие обязательства? Вы женаты? Нет. Дети есть? Нет. Родители ваши? Тоже нет. Духовно он был, Ираклий, весь своего отца. Потому что по-грузински есть такое выражение «ущищи витарца ухорцо». По-русски сейчас это можно перевести так. Бесстрашный, как... Ну, бесстрашный, ну, без тела, он бесстрашный. Если нет у человека тела, он бесстрашный, да? Вот такой был его отец, и он тоже. Он страх не знал вообще. У него папа тоже был вор. Получается, у него были... Он был один от этого мужа. Вот. И я тоже спрашивала, почему. Он был очень здоровый, высокий, как вот амбал. И когда родился Юра, сказали, вот амбалик родился. Мать, это очень большое это имеет. Мать, мать. Вот моя мать, например, за мной бегала. Я в футбол играл, она придет, возьмет у меня сумку, у меня там сухуми, сумки, голы сделаны, голы. Возьмет. Я отниму, а вот так бегала за мной. Потом упадет, и я же ослепла. Я вот начинаю плакать, что мать ослепла. Вот мать. Да, да, родился в тюрьме. Рита нам не рассказывала, Рита больше знает. Они выросли там, да, рядом. Ну, говорит, мама постоянно почему-то их 5 детей, а вот мама именно его. Я буду защищать обвиняемого. Маме как-то начальник управления или кто в Баку по телевизору передавали. Ей задают вопрос, вот как вы смотрите на то, что вы мать там, ну тогда говорили, 5 воров. Мама говорит, зачем так мало? Я мама всего преступного мира. Из этого сделали цитату и везде говорили, женщина может мать гордиться тем, что сына. Да, я горжусь, они мужчины. Не каждая женщина будет рада гордиться своим сыном, который не уважают, не чтят ничего. А здесь было все. При их жизни, вот такой, да, бурной, тяжелой, они оставались еще хорошими сыновьями.
То есть одно другому не мешало. И братом хорошим остался, и сыном хорошим был, и мужем хорошим. Успевали и туда, и эту жизнь. И кто был выше, превыше, не поймешь. Все было на уровне. Ну, наверное, где-то та жизнь была немножко больше. Я своими словами это объясняю, как зерно, зерно лидерства, понимаешь, в человеке должно быть, который может организовать людей, повести людей, понимаешь, разъяснить людям способен. То есть люди могут увидеть, понимаешь, от этого человека прояснение. Если даже двор отбывает наказание, например, там, он уже внедряет свою идеологию, и там все там заключенные живут уже по-фарски. Знаешь, бригадиры, заходы, находы и прочее, пятое, десятое, и вплоть даже до этих последних категорий людей, да, допустим, они все идут ко мне, они в штат не идут же, они все идут ко мне, а мусоров уже это заедает. Как это так? Они к нам не идут, а идут к Сереге решать вопросы. А кому они должны идти решать вопрос? Да, 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 да. Исключение из правил не может быть. В Орзоне все. Никто не переступит через себя и через голову его. Он папа и мама. Они знают, что они придут ко мне, если заслужили, у меня там длину такой стоит, даже два, по-моему. Есть люди, которые, ну, будем говорить, воры, которые только могут сказать, ты прав или нет. Вор – это как третейский судья. Он берет одну сторону, берет, слушает другую сторону. Вот эти две стороны он сажает и начинает разбирать, кто прав и кто виноват. Иногда вот для того, чтобы узнать человека, не надо с ним общаться. Вот просто взгляни в глаза, и ты дойдешь до души. Почему? Потому что мы все как на ладони. Все как на ладони. Если человек начинает хитрить, мудрить, изворачивать, его видно, что это змея. За каждый поступок в лагере человек несет ответственность. Нельзя оговаривать человека за спиной, нельзя красть, нельзя брать без разрешения, нельзя говорить то, что ты не можешь обосновать, сказать. Если, значит, если проиграл, даже если хороший парень, ты по-любому ты должен этот проигрыш ему заплатить. За человека что может сказать лучше всего? Это его дела, поступки, действия, а не блудословие. Красноречие, блудословие, этому можно научиться. А вот поступки – это совсем другое. Вот, там и имя дать любое, которое соответствует в данном случае, понимаете? И ты с этим именем будешь шагать всю жизнь, где бы ты ни был. Не отмоешься. А люди, когда будут видеть, что ты, ну, в любой ситуации, по поступку, я имею в виду, справедливо относишься и правильно поступаешь, вот только в том случае тебе могут люди потянуться. Почему? Потому что они увидят справедливость, честность, благородство и все остальное. Сам авторитет за собой, наверное, да? Да, я могу так сказать, что я самый авторитет. Но в Дагестане на вас какие-то наложены полномочия? Вы на меня вполне то, что в Дагестане, где бы я ни находился, на меня они морально висят, я знаю. Если при мне где-то что-то неправильно происходит, я обязан буду это остановить. Понятно. То, что оно живет не для тебя и не для своего пуза. Оно живет для того, чтобы другому человеку было легче. Чтобы у мужиков было и питание нормальное, чтобы подход был как к людям, чтобы отопление было, чтобы все было хорошо, чтобы козлы не рулили здесь. Вот я встал вором, я взял такую ответственность на себя, когда решил свой вопрос, уже стал в полноте, я такую ответственность на себя завалил, то есть где люди есть и куда я попаду, и где будет беспредел, я его должен первый пресечь. Хотя я могу за это получить нож. Здесь зоны были в основном половина беспредельные. Ты зайдешь туда и не знаешь, кем выйдешь. Там беспредельщики, вот такие бицепсы. Они нож мне могут в бок засадить. Но я не должен на это равнодушно посмотреть и за мужиков не заступиться.
Я должен сказать, потому что я вор. Вор пошел разобраться, что и на разборках даже, эти вот лом подпоясаны, мали его убить. Оказалось, когда вышел в зону, там с Азербайджана сидел всего один азербайджанец. Ну, там бендеры гуляли в лагере. Из кавказских был всего он и этот азербайджанец. И он заходил в столовую, Саша, и смотрит через окно, к этому азербайджанцу предъявляют. Там четыре бендера взяли его в круг, и Саша видит этого азербайджанца, один ударяет. Саша выбегает, прибегает, говорит, вы что делаете? Он говорит, да, говорит, этот не тот человек, что ты за него заступался. Ну, косяк какой-то за ним чувствуется. Саша берет, отодвигает этого бендера, а тот берет, ну, бендера этого азербайджанца, по-моему, ударили ножом. Он падал, Саша его как раз-таки поднимал, и в этот момент этот бендеровец Юра Качура, он берет и четыре ножевых ранения наносит в сердце прямо Сащику. Он настолько был здоровый, вот 24 года умер, у него даже книжки, наверное, медицинской не было, настолько здоровый был. Он минут 5 еще жил, и с последним словом «мама» его не стало. А этот азербайджанец перешагнул через него и ушел в запретку, убежал. Что за надпись там «Судьба»? Нет, да. Вор не подчиняется приказам и законам государственным. Вор руководствуется своим собственным законом. Своим собственным законом. Вот для меня есть определенный свой закон. То есть, что правильно я считаю, что неправильно. Что приемлемо мне, я делаю. Что неприемлемо, не делаю ни в каком случае. Какие-то принципы, какие-то кодексы чести, какие-то правила поведения, взаимоотношений существовали в любой нации, в любой преступных группировках. Тут нет ничего необычного. Необычность начинается именно с вот этого воровского закона, который мы имеем с 30-х годов. Это уникальное явление, которое появилось только тут, только у нас, только на территории Советского Союза и больше нигде. Аналогов этому нет. Ни Якудза, ни Коза Ностра, никто не имеет такой организации, никто не имеет таких принципов. Нету в Европе, например, нету поляков воров. Пускай никто не говорит, что там были, их не было и не будет никогда. В Европе, в Америке нет. И если есть, например, в Польше, это будет или там грузин, или русский, или армянин, или там украинец, белорус. Вот эти. Нет, нету. Этой идеологии не было там. А вот этот дом, где освободился, одни карманники. Ну, никого в живых нет. А это карманник, сука, с высокой материей, волк, блядь. Какой год-то? 86-й. Освободился я только. Вот это дом мой. Вторая парадная со двора заходишь, пять парадин. Вот это кто? Это я стою, да? Угу. Это шляпа Колька такой был, уважаемый караванник. Ну, может, в Бараме и будем, но вряд ли. Шляпа. И этот с 23-го года был, даже 23-го, слепой Санька, бля. Ну, шустрый такой, 96-й год, после, еще умер после 96-го года, вот с бриллиантом был на Урале-то. Все именитые воры начинали с кармана. Правильно? Все. Конечно, от кого ж? Люди техничнее, а от кого ж? Конечно, раньше симпатизировали, конечно, карманников в тюрьме. Ну как человек? Человек, считай, смелый, веселый. И не боится ничего. Сейчас остались где-то 3-4 вора старые. Вот, например, старый вор Гоги Чикованы, 26-го рождения, 86 лет, понимаете? Вот он вор. Чемал Шавладзе, погоняло у него чая, он тоже... Старого формата. Он тоже вот находится здесь.
домой, он тоже старый вор, понимаете? Недавно сейчас что-то утащили, скончался, похоронили. Он тоже старый вор был. Ну, они были чисто ворами, понимаете? Ну, состояние они не набивали, у них не было состояния. Раньше вор, он крал, этим жил. Играл, крал. Все, вот этим они жили. Мы жили, полуголодные были. И не зарылись, у кого какие там, это и не завидовали. Украл, мой, не украл, значит, голодаешь. Царство небесное, был тут вор. Рядышком вот здесь жил, Мачаварьяне. Не фотогенный его ему не отлетел. Это для мужчины это не главное, правильно? Вы мне фамилию, имя, отчество скажите. Фамилия, имя, отчество. Мачаварьян Гурам Григорьевич. И дату рождения? 1927 года. Вот он был честным вором, понимаете? 75-летним в возрасте воровал. Он был вор-карманником, шипачом. Вот я шипач, да? Для меня разбой – это ад. Для меня разбой – это как изнасилование. Я не пойду на большую дорогу с топором, понимаешь? Я никогда не был, блядь, я говорю, не было никогда преступления, чтобы я силой какие-то деньги у кого-то забирал. Я себе этого никогда просто не позволю. Кроме кармана человек знает свое дело и никогда не пойдет на это. Есть у них свои правила, но они живут по ним. Но простых людей-то они обижают. Конечно, если ты видишь постный человек, ты никогда не стараешься его, понимаешь? Ты же выбираешь уже человека, который состоятельный. Я найду способы и методы, как деньги заиметь. Я знаю, у кого их заиметь. Что это, я говорю, даже не почувствует тот человек, у которого я буду деньги занимать, как говорится. И потому что у него столько этих денег, что им их просто девать некуда. Я украду не того, который пенсию получил, идет домой себе, чтобы там купить, поехать в Ашан, затариться и на месяц. Нет, я пойду, украду где-нибудь в таком месте, который украл у таких людей, которые мечтают в конце месяца в Ашан пойти и затариться на весь месяц. Вот у него я украду. Он, когда ворует, он носит в зоны своим друзьям, там, заключенным, там, чай, сигареты, провизии и так далее. Просылает деньги, вносит в воровской общак деньги. Марина мне говорит, Кирилл, ну-ка посмотри, говорит, он меня то ли не звал. Кирилл, говорит, позвони, посмотри, говорит, сколько он там бабок-то оставил. Я буду считать до 10 тысяч. Он говорит, Кирилл, сразу половину бери, внимательно слушай. Он меня уважал, блядь. Воры и смотрят на вещи. Несколько с другой стороны. Не сколько ты положил, а сколько ты при этом себе оставил. Я лучше месяц похожу голодный, в конце месяца пойду пощипаю, мне $200 хватит. Я пойду накормлю свою семью, покушаю, там пацанам отправлю 1000 рублей, там чай куплю, конфеты куплю, сигареты куплю. Потому что я знаю, когда я буду, они тоже мне отправят. Это людское отношение к человеку, к вору. Каждый, у кого есть, ему не надо говорить. Если он порядочный человек, он пролезкая, слышишь, вот так, вот так, вот так. Отправьте, потому что ему страдать, ему ехать, отвечать за все. Он должен быть. Он не с сидором пустым же поедет. Его везде будут приветствовать, везде будут давать последний, он поедет, куда бы он ни поехал. Если ты человек, и поступаешь всегда как человек, и когда у тебя возможность была, что-то появилось, ты не забыл дать и на общее, можешь и не дать. Это не говорится, что ты обязан дать. Можешь и не дать. Но это уже будет у тебя крюк под задницей при любом серьезном разговоре. Тебе этот крюк так подведут, что будешь правым, а окажешься виноват. Господь Бог сказал так: чем больше человек отдает, тем больше ему ворачивается. Не надо никогда ничего жалеть. Есть, видишь, человек не отдает, отдай ему, тебе в 100 раз больше вернется.
И везде, где это происходило, общак откладывался. Любой вор мог заехать в любой город и сказать: слышишь, у меня воровские деньги есть, принесите, мне надо. Если я такое делаю, для чего-то, что-то хочу сделать на эти деньги, я должен эту сумму потом также принести сам и положить именно такую же, которую я взял. То есть это как касса взаимопомощи. Берешь и внесешь столько же. А кто действительно нуждается, тому, естественно, помогут безвозмездно. Началось вот так меня душить, конечно. У Киевского тоже так астма была у него. Я ей говорю: Мишка, автобус куда входит? Давай. Но я не могу бежать, я не могу. Ну, понимаешь, это уже не работа. Конечно, ты на буксире его тащишь. Зачем это? Ну. Тянет. Ну, деньги-то нужны человеку. Ну, придет, когда уж в последнее время он тяжело стал, а всегда там поможешь ему, даешь там деньжонок, сам идешь, я-то еще работал. Там в 85-летнем возрасте человек ворует ходит. Нет, но по идее у него есть дети, у него есть семья, у него есть друзья, и есть эти семья, то есть воровская, которая ему будет помогать и помогает. Я бы уж давно, блядь, в ГУЛАГе сгнил бы, сука. А я, блядь, 25 лет на свободе, блядь, и перестал воровать, блядь, я бы, если бы мне не помогали. Захар, блондин. Под каким именем вас знают? Блондин. Ага. Вас устраивает? Лишь бы вас устраивало, и вам в жизни было комфортабельно. Да комфортабельно вам, а не мне. Есть категория воров, которые очень хорошо знают, например, улицу. Что обстановку-то кругом знаешь? Балашку держишь, одержал бы утром балашку, едешь на Ленинский. На Ленинском держишь. На Ленинский был очень... Контора все время была там, контора. Но когда они попадают в тюремные условия, да, им трудно, вот, например, им трудно в тюрьме, например, управлять этой системой. А хорошо умеют управлять те, кто долго, например, сидел в тюрьме. Сколько времени у хозяина провели? Да много, много. 42 года. 33 без выхода, с 53 по 86. Это как так, без выхода? Как? Да, так, можно видел справку-то. И 16 с половиной лет открытый, блядь. Не надо, чтоб ты не сомневался, что 303 года без выхода и что бы вы... Освобождался 86 год. Сел 24 июня 53 года. 15 лет, 15 указ 2-2. Да, второй 58-й. Да, второй 58-й указ. Ну, освободился дальше что? Третий, 65-й. 58-й пропустил. 58-й сказал второе. Второй, 58-й. 20 лет. 58-й на Воркуте. Да. 55-й на Колыме. 8 лет, ну, 20 лет в компенсировании. Угу. 65-й. Угу. 67-й в Тобольске. Читай, что прослышал. 67-й, да. Ну что, 67-й-то? Расстрел. Расстрел. Что, к расстрелу приговорили? Заменить 15 лет. Молчите, до мусоров судились. На прогулке получилось, что воров пиво кидаем, блядь. А он вызывает, сука, рядом в дворик, ну, а мы выбиваем дверь, нахуй, он лежит. А там это пока Ван Казани Шурик такой был. Ишим, город Ишим, в Тюмени. Ну, он мало прожил-то туберкулез. Златоусти, блядь, на 67-й расстрел. 71-й потом. 71-й, Владимир. 15. Ну вот уже 15 сделали, уже, а там все до 20-то было, здесь уже 15 сделали. А здесь, считай, 45-й. 45-й, да. Два года, два ты года. Говори. Два года. 45-й. Сразу же сел. Один год. Да. В отставке я был. 47-й год. Два года. У меня год был. 162 в апреле, 19 апреля сел. 47-й. А 4 июня только вышел указ, у меня год, а здесь два, мне никак не могли дать. По 162-й-то два года. Никак. Ошиблись. И нет еще одной судимости за 56-й год.
где судили 20 тоже. Я в Ельце, в этот год у меня год, там в Ельце был год. Вот документ. Судья спрашивает, да, Иракли спрашивает, что? Иракли, откуда у тебя это 80, сколько лет у него? 105 лет тюремного заключения, говорит. Откуда у тебя столько? 105 лет, что такое, говорит. На суде спрашивает. А он отвечает, господин судья, Иракли отвечает, что это были лагерные сроки. Там она все это, у Берия тогда был, Берия. И Берия, Берия тогда такой указ издал. ШК не было с 47-го года, 5,5 лет, знаю. Помнишь? Ну конечно. Так вот, война кончилась, четвертак стали давать. Высшие отменеры отменили. В 47-м. В 47-м, 27 мая, правильно. Ну вот и 4 июня в 47-м году вышел указ. Представители традиционного криминала, те, которые воевали, когда они начали возвращаться в места лишения свободы, они встретили там уже сплотившихся, уже выросшее новое поколение на вот этих понятиях жиганов. Они уже выстрадали за них, они лишались жизни и здоровья за них, за свои понятия, за свой закон. И они были настроены уже его отстаивать. Мы спали, говорит, вот так с этим, как его, с топором. Потому что ты не убьешь, тебя убьют. Администрация с помощью СУК убивала натурально воров, натурально убивала. И воры, естественно, брали нож и тоже резали. Расстрела не было. И вот хоть 10 человек убить, 25 лет получил. Была настоящая война против бледей и воров. Суки назывались такие. Кнутые воры, они оказались суками, и вот они убивали наш людей, а мы их. Если он признает, что да, была его Паша ошибка, так нельзя было поступать в Воровском. Он это признает, честь и хвала, он в стороне, рядом с братвой, и также все с ворами. А вот которому указали, ты сделал нелюдские поступки, негодяйские, понимаешь? И за это имени лишили, или дали по ушам, как говорят, да? Вот это уже будет сука. И был беспредел. Коммунисты, это в то время, коммунисты творили беспредел. Ну, естественно, менты, которые лагерями. Ужас был. Да, без воровского хода разве можно было выжить то время? Суки, ночью дверь открывались, суки стояли с заточками, с прутьями. Воры есть, и вот если вор был там, хотя бы один, он обязан был, это был долг его, слезть и сказать, я вор, то есть заявить о себе. Знаешь, что его сейчас убьют. Если бы он пролежал, промолчал, все, если бы это, блядь, буду... Любой другой вор увидел, все, тот бы уже вором не был никогда. Ну, тоже жить, что, блядь, в лагере, в одиночке, хуёчки, блядь, изоляторы, куда ни приедут. И везде там порежет, там убьет, когда выше кота не было. Тоже, блядь, убийство, блядь, шоу 5, наверное, сука. Хороший человек был. Это один родственник спросил, ты человека убил? Он так покраснел. Ты что, говорит? Человека я убил, и я пришел бы здесь среди родственников и в семью. Я бы вернулся разве, если я кацис кулялировиху, по-русски это называется, убийца. Если я был убийца, я бы сюда пришел. И ты что тут говоришь? О, хода. Этих он человеком не считал. Вот Корж, Васька, за которого говорим, который в Харькове похоронил. Видишь, на карачках. Он так хавал и в Тобольске, не за столом, нихуя. И на полу, и на койке. Доску шахматную, или там подстелить что-нибудь. Вася, Корж, Васька, я твою фамилию долго не знал. Васька, Корж, и все. Вот. Вася, все время в побегах. Если вор имеет шанс убежать, он должен бежать, если даже ему месяц остался сидеть или два дня сидеть. Хочу тебе сказать, только один побег, когда из бани, да. Это стоит, клянусь тебе,
как их колотили, я не знаю вообще, как люди могут выдержать. Ну, вот видишь, вы убиты. Вы все, да? Только тот побег стоит вообще, ну, конечно, 100 мученических жизней. Это ад. Вот, это не первый. Нам по смерти. Нет, я говорю, я тот. Нам больше осталось. Нас подвали больше там. 40 нас убили вообще, как мы выжили. Шнели? Да. И Шнели это братишка знаменитой певицы. Две певицы было, сестры Шнели, пели в Тбилиси. Вот эти тети его, сестры Шнели, певцы. Были у Сталина, да, у Сталина, и они очень любили Ираклия, особенно одна сестра была как мать, у нее не было своего сына и дочери, и как мать она ухаживала за Ираклием. И Сталину сказали, что, ну это такая это, легенда, ну Сталину сказали, что давайте, говорит, освободите. Сталин очень любил песни Ишхнели, они, особенно «Капринди Шао Мерцхалу», есть такая песня, «Капринди Шао Мерцхалу». И вот он любил эту песню и любил их песню. И вот если, говорит, мы просим вас, говорит, чтобы вы освободили. Сталин отвечает, что да, я освобожу его, но вот это закон, вор в законе, говорит, вот это пусть оставит он, вот эту рамку воровскую пусть оставит. О, они обрадовались, сестры. И дозвонились до Ираклия и спрашивают. Ираклий, мы были у Сталина, и мы все сделали для тебя, он выпускает тебе. Только, говорит, вот что-то мы не поняли, хорошо, вот эту рамку ты должен оставить, рамку воровскую, в рамку. О, как хорошо, тетя, говорит. Когда, говорит, вы же должны сейчас спасибо сказать Сталину. Вот когда вы скажете спасибо, благодарно Сталину, да, объявите, вот тогда вы передайте. Пусть он оставит коммунистическую партию, и я тоже оставлю вот эти рамки. Я попал в 49-й год. 49-й год – это был самый страшный год. Да. Вообще резни. Это тогда все. Суки, так называемые, разложившиеся воры. Ты помнишь, была разложившиеся воры, сука, сучины, разложившиеся воры? Володя, я тебе говорю, меня же это теперь же показывал Мороз, когда писали, мы прошлый воры цивилисты, будь вашим вербомощником. Там преступление честных воров, там написано так, Бабаков, Полтора Ивана, теперь Романов, Костя Нарком, 35-ясь и Серега Ковалевка, Коваль этот... Все потом они попали на Линковый, да. Почти все. Да, все. Гена, что интересное, там родился впервые без... Он и был беспредел, но беспредельный это стал... 50-й год. Да, встал лагерь позже чуть-чуть, Линковый. Вот и сейчас, когда употребляют слово «беспредел», я думаю, как же это прижилось. Сейчас вся страна беспредел. Хорошо, Володя. Я тебя потом еще... Вася, я сейчас хочу рассказать. Я попал туда совершенно молодым мальчишкой. Попал на новый, где единственно осталась группа так называемых честных воров. Как будто это парадоксально, да? Ну как может быть вор честный? Один раз я спросил его. Иракли, кто тебе нравится у воров? И он посмотрел на меня. Коги, я тебя знаю как... просвещенный человек, ты научный исследователь, не научный сотрудник, медсенер там еще, научный сотрудник ты. И как, какие вопросы задаешь? Что может быть у воров, значит, это хорошего? Никакого там хорошего. Целый месяц ты трудишься, да? И, значит, пот проливаешь, иногда и, как его, сысло, значит, кровь проливаешь иногда во время работы, правильно? И идешь домой, чтобы зарплату принести домой, и вдруг кто-то влезет тебе в карман и крадет. Это разве можно это сказать, что это, конечно, зло. И даже в 10 заповедей, это ара и курдо, не кради. В 10 заповедей написано это. Вот вор в законе, это правильно, это он делает очень большое зло, когда крадет. Это большое зло. Но остальное его отношение с этими, как его, с обществом, средой, внешней, внутренней, и оджах, значит, семью, все это отношение вот, у воров в законе, говорит, это из дворянского этого наследия. Близко-близко, самая близкая каста, которая к ворам близка, почти что то же самое, это офицеры.
именно российские офицеры, русские. В 20-30-е годы в криминал пришло большое количество бывших офицеров, бывших дворян. Очень многие делали это специально, преднамеренно, потому что они не смирились с поражением в войне, в гражданской, не смирились со сменой власти, с падением царя и так дальше. И когда открытая вооруженная борьба закончилась, они оружие не сложили, они продолжали бороться. Духовный аристократизм. Есть какие-то элементы, которые в воровских законах лежат. Бывшие офицеры, бывшие дворяне, закаленные в войне, очень дерзкие, которые смотрели в смерти в лицо, которые командовали людьми, которые обладали своей харизмой, которые обладали своими манерами, и главное, они обладали кодексом чести офицера. И кодекс чести был для них превыше жизни. Кодекс чести офицера – это практически то же самое, что кодекс чести вора. Единственное, что только офицеру надо отдавать честь и выполнять спущенное свыше. У воров этого нет. Спущенное свыше. Никто мне приказать не может что-либо выполнять. У него было такое кредо. Если сверху, я про Бога это не скажу, это кощунство, но если сверхчеловек придет и скажет мне, что ты должен быть моим рабом, я никогда это не соглашусь и не поддамся ему. Жизнью не поддамся и жизнью это. Но как, если я увижу вот 10 копеек, которые просит попрощайка, да, я себя выше него не поставлю. Человек должен в любых случаях оставаться человеком. Как бы ты высоко ни поднялся, чем больше ты поднимаешься, ты больше должен быть ближе к людям. Что и они и делали. Они были с людьми ради людей и во имя людей. Именно людей с большой буквы. Отношение к воровскому миру. Я идейный вор. Идейный вор. Являетесь вором в законе. Идейный вор, если все сказано. Воровская идея, воровское. Это и есть воровское. Быть порядочным, блядь. Главное, значит, главная его идея была, чтобы человек остался до конца своих жизней человеком. Чтобы он не стал зверем. Для вора самое главное – человеку глаза открыть на жизнь, чтобы он видел все так, чтобы шел так по этой жизни, поступал так, чтобы, блядь, никто не сказал, как негодяй какой, блядь. А если это будет негодяй, то мы тоже знаем, как с ним поступить. И поступим. Ни рука не дрогнет, ни глаз не дрогнет. А я на работе порезал, как раз разъезжаться было, стеклом там порезал. Ну, порезал, не про хвоста, сука, не вора, избили. Финя, Володьку такого питерского. Ого. Василия фамилия. Сучился, значит, получишь. Кто-то не зарежет, кто-то как наказывает. Да потом уже ты не вращаешься с этим человеком. Зачем ты знаешь, что это негодяй? Это срок у него, значит, 5 лет. И сидит в Руставской тюрьме. И вместе с ним, значит, в Руставской тюрьме был такой какой-то его друг прошлый. И сейчас уже, это как его, испорченный вор. Он уже, как его, Раквеймас, Рошемодис, надзор. Надзором работает в тюрьме. И вор. И все знали, что это. Кто-то его должен был убить. Очень много так ломалось людей же ведь. В тюрьму не хотят идти, значит, будешь на нас работать. Перебегая к красным, он, например, становясь на их сторону, получается, что на их стороне появляется умнейшая голова, понимаешь? То есть, как бы наш враг. Уже. Он делает пакости нам. Если менты, например, где-то в гашник какой-то не найдут в камере, то такой, как он, найдет любой гашник в камере. Прапорщики не найдут, а он найдет. Из-за этого резня и пошла, за это стали их убивать. Когда он увидел это, он сразу задрожал и вытащил это пистолет. Держит пистолет в руках,
не подходи, а то я это, вот, убью тебя, это говорит надзор. Ну, мне уже нечего терять. И он идет пистолетом, я иду ножом. И говорит, я сейчас тебя убью, а я говорю, ты не сможешь меня убить, потому что у тебя дрожит рука. И как только я подхожу так метров шесть близко к нему, уже я даже не помню, что я делаю. Значит, один прыжок, второй прыжок, и на третьем прыжке уже нож в это. Он тоже стрельнул и промазал. По-моему, коронование его потом, с этого момента началось. Где вы короновались? И кто при этом присутствовал? Кто имел подход? Знаешь, кто имел это, в Архангельской области. В Архангельской области? Это в каком году было? 70-й. Кто при этом присутствовал? Ну, это было как-то, мы согласовали и все. Кто они? Ну, там был Витя Слепой, Горбатый Володь, Васечка. Раньше, если два жулика решили, что ты подходишь быть вором, и сказали, ты наш брат, и разъехались, ты стал вором, и твое имя занесли. Накрытый, ты бы шел накрытый. Козырным фраером бы шел, ты сидишь, ты страдаешь, да. Ну вот с ними соприкоснулся, с ними перестрадал. Они видят, что ты человек, что ты достоин быть их братом, что тоже плечо должно быть рядом. Они тебя тут же коронуют. И все, и ты бы шел, уже ты вор в законе. Вором в законе являетесь? В смысле вором? Да или нет? Ну, в смысле вором в законе? Такого нет выражения вор в законе. Ну, 61-го года так стали называть вор в законе. До этого просто называли козырный вор, или там свояк. Вор, он есть вор. А сейчас вор в законе. Никто не может мне объяснить, что это такое вор в законе. Если мне кто-то объяснит, что это такое, мне тогда скажу, это я или не я. Что такое вор в законе? Я не знаю, что такое вор в законе. Так вот, Малина не принимал закон, знай, когда ему кто-нибудь там молчать. Я вор, но я не в законе. Так говорил Малина. Я вор. Закон не знаю. Вор не может быть в законе. Честный, правильный вор. Он может быть вор, но не в законе. Закон не являюсь, вором являюсь. А некоторые воры-то и приняли. Вор в законе, я вор в законе. И вот спросите, вор сказал, я вор в законе. Я вор в законе. Я являюсь вором в законе. Ну, я не знаю, там япончику нравилось, что его в законе называли, или этому, которого похоронили, так это. Вот почему мы сильные, да? Вот почему мы сильные? По сравнению, допустим, со всеми другими организациями, там, и, допустим, профессиями, да, нас, ну, я образно говорю, ну пусть 300 душ, да, образно так, я говорю, 300 душ. А почему? Да потому что в каждую организацию вывешивают тысячи там объявлений, приглашается такой-то, мы, допустим, дадим квартиру, дадим ковер, машину, мотоцикл, то есть всяко разно заманивают, лишь бы человека привлечь к какому-то труду, да? Mm-hmm. Обманывают, и этот человек работает 20 лет, ни квартиры не видит, ни машины, ничего, да? А к нам, как к ворам, тысячи людей просятся, допустим, хотят быть ворами. Ну и тысячи, если один достигает, допустим, нашей семьи, это хорошо. Что касается приема в семью воровскую. Это начинается с того, что с детства ты, вот начиная там уже, когда ребенок начинает быть в сознании, в сознательном возрасте, значит, он начинает быть лидером среди своих друзей, он не ошибается в отношениях, то есть ни в чем.
потому что у меня соратники всех знают с малых лет. Как я их, так и они, мы вместе выросли. Я на их глазах, они на моих глазах. Я врешь, никому не сказал. Обмануть я никого не обману. Нету такого друга, чтобы сказал, что где-то Сережа там предал или как-то там спрятался или обошел. Такого нету. Поэтому мне никогда не стыдно людям в глаза смотреть. Ну, во-первых, должен быть чисто незапятнанный по жизни человек. Он должен с юности знать, что может, что нельзя, что в этой жизни полагается ему, что не полагается. Вот эти маленькие ребята, которые, он не должен ошибиться. Как только он в чем-то ошибается, то есть я могу пример привести. Вот он что-то там, милиция поймала, он заложил. Все, из него уже ворам 13-летнего возраста, 14, там, он не скажет, что я был не в сознании там. Значит, со скольки лет вы попали в места лишения свободы? 14 лет. Общего срока уже отсиженного у вас сколько? 31. Должен пройти определенное время, его должны увидеть. Просто так ты будешь блатным, ты можешь и умереть этим блатным, но не общаясь с ворами, ты этим вором никогда не станешь. Ты должен общаться с ворами. Развивайтесь. Наше общение – это наше богатство. Вор тебе что делает? Он будет твоим протеже, чтобы принять тебя в свою семью. Конечно. Если ты пошел, рекомендацию за него дал перед массой воров, ты привел и говоришь, вот этот человек шагает, на моих глазах там был, там был, там был. Я считаю, что он созрел для того, чтобы быть принят в нашу семью. Я за него отвечаю. Заводит своего протеже и начинает, как так называем, подход, делать подход. Раньше как было, сходка, порядок, ведущий на сходке мнения, там ты выдвигаешь кого-то, там ты его характеризуешь годами, параллельно на него воры посторонние, хотя вора постороннего не бывает, смотрят его поведение, и потом там или панахид, или под предлогом собрания, там или свадьба, или день рождения, собираемся. Ты озвучиваешь свое мнение, я с тобой согласен, то тоже согласен. Если у кого-либо из всей вот этой ситуации, из компании этой, есть хоть какая-нибудь причина назвать, чтобы он не был бы, он называет. Если у него были неровности по игре там или по жизни где-то что-то. А если нет, то он уже становится вором и становится членом семьи. Если приняли, значит, ты перед семьей, ты в ответе, только перед семьей. Не перед кем-либо. И твою жизнь решать будет твои вопросы. Только они. Вот так короновались воры. Сейчас упростилось с одной стороны. Но с другой стороны, есть такие варианты, которые нельзя говорить на камеру даже. Сегодня есть такие воры, которые не знают, как баланда пахнет. Что такое на отводе воровать, что такое на подсадке воровать, что такое шкула, что такое карман. Они этого не проходили, да? Ну, есть такие категории воров, ну, которые по полгода где-то посидели. Некоторые вообще нигде не сидели. Являетесь свободным? Конечно. Нет, не судили. Как он вор в законе, если он не сидел? Вот так он вор в законе, множество таких не воров. Считался, да. Раньше нельзя было. Раньше нельзя было. А сегодня он делает для воровского мира столько всего хорошего, что сидел он или не сидел, не имеет, это не имеет значения. Может, я лишнее сейчас скажу в камеру, но многие становились вором только за деньги потом. Штамповки шли, и большинство штамповки идут у менгрелов, у грузинов. Почему называют апельсином, фруктовым? В советское время воров ломали. Я не слышала раньше, что такие воры в законе, там дома такие, там туда. Они жили чисто вот так вот. Тогда не хотели так многие, не стремились стать ворами. А как только пошло 90-е годы, эти перестройка, воры в зоне сидят такие, менты с ними за городом смотрят, и все это, все. Тут уже полезли, все захотели стать ворами. А он из тех, которые не ради денег. А есть, у которых было и деньги были, хотели власти.
Вот именно ворами становились. Об этом история умалчивает. Никто ему никогда в жизни об этом не скажет. Понимаете? Но если он с именем, ты уже это имя никак не перевернешь. У него корона, у него имя. Вор. Попробуй ты пойди, скажи, что ты за деньги купил или так купил. Завтра без головы останешься. Имя не дается пожизненно. Это тебе дается имя. Это просто то, что ты находишься в данном случае вором в законе и вправе решать и способен воровские вопросы серьезные. Многих, конечно, развенчивает, снимает, ответственность короны лишает. И по-разному, и по-разному, и по разным причинам, и в разное время, и в разных местах. 2002 год был. Тут всем известная тюрьма была, она сейчас уже поломанная. Называлась Губерская тбилисская тюрьма. Значит, сидел этот Ломтадзе Црипа, сидел Гегенава и третий, я не помню. Они втроем сидели. Все втроем они были наркоманы. Они кололись, ну как воры, они держали общак. На зону, в тюрьму зашел Коба Шемазашвили. Коба Шемазашвили, Шарвасе. Он попросил этот общак, а там не хватало денег. И никто не мог объяснить, куда были потрачены эти деньги с общака. Из камеры вышли оба. А с потом камеры. Звонит этот, как его? Шемазашвили. Не мёрли. Я говорю, Гегенава звонит, говорит, резолотки панедзе. Помоги, говорит, как я помогу? Ты из камеры вышли, как я помогу тебе? $3000 они покушали, съели. Они морфинисты были, сели, да? И потом оба Шемазашвили их обоих... Раскороновал, да. С концами, такие вещи с концами раскороновали. Сегодняшний день тоже они не являются, не являются обычные граждане, как и все другие. Это хорошо, если так. А некоторых вообще за некоторым по ушам дают так, что за поступки. Пожалуйста, записывайте. Она будет на кольце. Я думаю, мы неплохо видим, поскольку мы не уроды. В центре Москвы сегодня был убит вор в законе Аслан Усаян, известный в криминальных кругах под прозвищем Дед Хасан. В него выстрелили, когда тот выходил из ресторана на Поварской улице. Time, one of the Russian mafia's most infamous figures, Grandpa Hassan, has been killed right here in Moscow. He was shot in broad daylight right in the city center. Russian investigators are searching for the assassin who gunned down a reputed mob boss outside of a restaurant in Moscow. Authorities say Aslan Usoyan was shot once in the neck. Usoyan? Yeah. Имя, отчество еще? Аслан Рашидович. Национальность. Is it? У нас нет своей собственной государства, да? Грузия для нас. В Армении кто живет? Армения. В России? Россия. Даже сейчас в Африке есть земли, и в Австралии есть. Но нас, когда не знают, то по нации, вот говорят, язык, да? Эй, это что за нация? А когда говоришь, дед Хасан, он язык с нами, уже обращается к уважению. Не так давят уже, как говорят. Слушали это священника. Правду говорит, неправду говорит, это Бог видит. Мы обязаны подчиняться за то, что религиозное лицо, как оно есть. Я хочу выпить за этим ангелом, за того святого духа, который не всегда подчиняется тому, что мы сегодня жили в этой храме. А если ты хмец, и ты ангелов, ты не знаешь, это святой дух, который обязывает все существующие людей на белом свете, каждый божится на свою веру и своему Богу. Mindagagotsu magotsu shin
завдиало мудинаре. Спасибо. Колёк, смотри, колёк, колёк. Деда, знаешь почему? Я, Люба, спел эту песню. Деда родился в Грузии. Ради Бога. Ради Бога. Он в Грузии родился. Мы даже можем, может, 60, 62 года назад, 63, мы не знаем. Деда один знает, и никто не будет говорить. Он сам знает, когда он родился. Дата рождения. 37-го. Полная дата. Как? Полную дату. Скажи. 27 февраля. Место рождения. Город Минск. Это Грузия. Грузия, как всем известно, это страна воров в законе. Почему вот весь мир об этом знает, и не, об этом не надо скрывать, что ну, большинство всех воров выходцы из Грузии. Почему это? В Грузии на каждом шагу вор живет. В Грузии нету такого человека, ни профессора, ни доцента, ни хирурга. Ни одного человека, который не знаком с ворами, потому что у него каждый четвертый сосед вор. Я когда был маленький, дядя Хасан жил, вот пойдемте я вам покажу. Вот в этом доме он жил. Здесь мы, когда мали, я тут жил, соседи были. Вечерами, когда были, выходили, разговаривали, шашки играли, шахматы играли. У него дочка и сын, жена была, не знаю, сейчас я их связи не имею, я ничего. Так теплый мужик был. Когда он этот куда-то уходил, все время звал меня и говорил, что Семен, говорит, завяжи мне галстук, никто не может завязать галстук. Я завязывал галстук, и мы так, и мы с ними дружили. Все начинается с улицы. Вот Тбилиси, Кутаиси, Батуми, там это. Все начинается с улицы. Воспитание, если улицы человек воспитывается, он учится как раз вот этим, а где мы воспитывались. Мы же тоже, как это, ребенок будет воспитываться и не выйдет во двор погулять, да? Он выйдет погулять, и там что он встречает? Встречает вот эту идеологию, что это хорошо, что такое хорошо и что такое плохо. А что такое хорошо и что такое плохо, разбирается все воровской идеологией. Было такое, да, что как будто престижные это было, и воровские эти, все, все, и в Тбилиси растешь, да? Это, поэтому, если бы он был бы такой, может быть, ничего. Но раз он был во всех отношениях, значит, не, это как его, положительный, сильный и способный, и эта улица его захлестнула. Был такой вор Буча Бочоришвили, и он приходил, он жил по соседству, они приходили, воры собирались все. Когда мы маленькими детьми бегали, они учили детей. Сынок говорит, ты, когда тебе будет голодно, ты лучше укради, а работать не надо. Щенок, ты хочешь работать? Ты не глуп, а умные люди не работают. Нам же нечего есть, не нужно найти работу. Учись красть. Красть? Нет. Что вы? Нет! Нет! Да, да! Ты будешь воровать, будешь красть, грабить и убивать, как я! Слышишь ты? Всю жизнь! Вором является это? Да. 50 лет стажа ему, я же не могу быть рабочий депо. Он старый, латалки тоже, Хасан. И вот этот случай, вот этот вот с этой стрельбой подвел черту.
Ему пришли с него и спросили за это. А он причем? Как ты мог позволить, как ты мог организовать? Ну, что он причем? Ты же был здесь. Почему тебя не убили, других убили? Ну, это же трусость, ну. Трусость – это самая плохая черта человека. По ушам получил. Потом уже ворон не было. Пришли в 55-м году туда 1200 человек. И в 56-м году на Воркуту прыгло тоже 1200 человек. А так этапы не шли оттуда, в Грузии-то. Иракли должны были или в Руставицкую еще в тюрьму опять, или в Россию, в лагерях. Ну, я был тогда молодой, думал, что в Россию пойду, и приключения искал. Ну, молодой был парень, ну, был, да, 19-20 лет. Я думал, сейчас приключения искать. Я сказал, я иду в Россию. Я же грузин таборов много знаю, тоже, блядь. И, походу, это дарцам или же грузин, да много же, блядь, было. Вкрытие, особенно вкрытие же был, когда с кавказцами. Да, почему к кавказцам отношусь, я так уважаю, они за нас, блядь, выходили под вышак. О, 70-е, 60-е годы, когда Хрущев объявил войну и сказал, я вам последнего вора покажу на своем съезде, на 22-м партсъезде, Он объединил, ну, как Гуин разделил на части, ну и вот ты живешь здесь, совершил здесь преступление, здесь будешь сидеть, хоть ты с Москвы, хоть с Ленинграда. Слышал, такой был, умер в Сараево, тоже зарезали, Валико Самушия. Нет, я не слышал. На Воркуте тоже был, вот мой был, на Мульде-то был. Он, ну, куда вы ездили, блядь, город-то как? Сухуми. А? Сухуми. Сухуми. Сильный человек, сколько было натменов и грузин, и армян, и... Ни с кем, блядь, а с бриллиантом душа в душу жил. Вот кто российскую кухню не проезжал тогда, при коммунистах же с Кутаиси тоже отправляли при Советском Союзе российские лагеря. Ну, кто там откупался, хотел оставаться там, в Грузии. Их как-то косо смотрели и считали, что они все равно не те авторитеты. А вот эти люди, которые горе хапнули в России, там проезжали вот это бывший Советский Союз, там крытые, там спецтюрьмы. Крытые были такие, как Тоболь, Золотоусый Владимир, блядь, и честный человек, он, блядь, даже не вор. А сколько воров умерло в этом Золотоусе, больных. Сколько воров, блядь, заказнили, блядь, в этом Тобольске. Крытые, если отвозили на 2-3 года, ну, срок, если большой, могли еще раз отвезти. Представляете, в одной крытой, ну, до 20 воров сидят на этажах, там, друг друга не видят практически. Было ужасное обеспечение. Ну, в Российской Федерации там есть зоны такие, которые, например, там очень суровые законы. И вот они постоянно там, они в карцере сидят, исходя из того, что они не подчиняются законам администрации. Не подчиняются. Обычный человек, ну, подчинится, он может там подмести, там он что-то там провести баланду, там еще что-то там сделать. Вор не будет этого делать. Ты не будешь работать. Раз тебя посадят в изолятор, yeah. Второй раз посадят, третий раз на одиночку тебя дадут. А ты опять не выходишь работать, тебя отправят в крытую. Шаг в сторону, карцер, шаг в сторону, карцер. Это я там тоже, блядь, не одну сотню изоляторов просидел за 6,5 лет, блядь. Вот и все. Их всех свозили в одни хаты, и вот они там сидели и страдали. Обычно в изоляторах везде пень, блядь, вмонтирован. Пень. Да. Сидеть. Да. А там даже нет. Не было пня. Пять, блядь, подъем. Подъемы, да, пристеги. В 11 отбой, да. И не сесть, не лечь, и ходишь, блядь, вот. Да. Пол сырой. Такая не вода, а каша выходит. Да. И слепому, бриллиант, один шрифт, блядь, второй, ты вот, смотрел выше, когда был. Первый раз он при мне уехал, 25 декабря в 75-м, в Газы. А второй раз без меня, ему кристаллик нарушили. Слепой, по стенке ходил, не сидел. Блядь, я представляю его. И 45 суток отсидеть, блядь, в изоляторе. Да ни одной, постояли раз. Как Захар рассказывал, я говорю, Толик, блядь, слезы, говорит, стекли. Только придется изолятор опять, блядь, утянули, блядь, 45 суток сидеть, придет, блядь. И нихуя лишённый, блядь, и ларька это 2,50, ты ёбан, блядь.
Ну, менты тогда старались таких уничтожить. Да, специально давали указания. Их преследовали, сильно преследовали. Их развозили, увозили, морили на этом Соликамске там и прочее разное. Это что, шутка, что ли? Соликамске перешилка, там же больница центральная со всех режимов, со свободы, даже кто на выселках, уиселках, на операции везут. Вот это, где пересылка, только отгорожена. И где лебедь называется такой, если слышал? Привозят этап. Вот 50 человек неугодных собрали на Соликамск, на профилактику. Поехали. 3 месяца туда, 3 месяца там под замком со всеми выходящими, что там было. Там длинно можно рассказывать. Ну, люди, сидевшие, знают, что такое Соликамск. И оттуда он приезжает. Ну, из 30, 10 возвращаются нормальными, остальные с опущенной головой назад в зону приходят. Специально менты это проделывали. Соликамск, это всесоюзная ломка была. Одна парчевня вот эта, которая, блядь, сдрубила ворог, блядь. И вкрытых, блядь, и у хозяина сколько воров зарезали, пидорасы, фуфлыжники, блядь. А ты есть такие, сейчас не буду плохо выражаться, где людей ломают. Вот даже вот эти вот люди, да, которые оскалы, озлобленные на воров. Когда-то воры его жизнь сломали, или он деньги проиграл, вовремя не сдал. Некоторые воры там самоубийством заканчивали, если их заставляли там делать то, что не по-воровски. Почему они это делают? Не по-воровски, когда ты делаешь, ты теряешь корону, и ты становишься автоматически, ты становишься не вором. Гугава, Джумбер. Я не собираюсь против. Администрации пойти. Его заставили там сделать, его администрация заставила сделать там, помыть полы, помыть туалет. Из-за суровых условий, видимо, не выдержал. Ну, человек, мы все люди и все совершаем ошибки. Он совершил, но вот такую ошибку уже, воры, не прощают. Это живые люди. Живого материала сделан человек. А вы, это ж как можно вам сказать сейчас? Ломались. Конечно, ломались. Почему? Что-то хотели сказать? Живому мужику. Далее. Чем отказываешься? От чего? От чего? От чего имени? Говорите конкретно. Традиции. Каких? Все. Вот он взял и сказал, все, я не вор, я Егор. Вот я последнее время был во Владимире, когда, блядь, премьер, это 6,5 лет было, блядь, буду. Этих, как ты называешь, воры, я их Егоры называю. Да, их по-подному, как ты называешь, не буду называть. Их убежало, когда начали, когда бриллиант сидел по 45 суток. Убегали к ментам. Все, вот они их прятали. Вот она, сука, вот он, все, он пожизненно будет им. Я хотел бы здесь сказать об одной ситуации, которую мало кто знает. В 70-е годы, мне рассказывали работники ВТУ, произошла неожиданная вещь. В колонии приехали сотрудники КГБ из секретных подразделений, которые встречались с ворами в законе, осужденных совершения преступлений. Причем администрации ВТУ было категорически запрещено вмешиваться в эти беседы. Для меня всегда было загадкой, что произошло тогда в 70-е годы, откуда возникли разговоры о том, что воры в законе старой формации и новой формации сотрудничают с властью. Я 7 год, 8 месяцев просидел с бриллиантом в 5-й камере в подвале. 22 изолятора окружали. И вот бриллиант по 45 суток сидел в изоляторе. По 45 суток без выхода. Это когда на его напишут рапорт в изоляторе. Вот Вася, когда им стал уже мешать сильно, они взяли его, удавили. За что бриллианты убили? Я знаю. Подробности. Юра Баранов, который в Москве, а тот его хорошо знает, нашел, где и как убили его. Так вот, слушай. Был он на Урале. Лопатки. Слышал такие лопатки? Да. Там 6 особых было тогда. И там с прогулки шли, и мусора побили на прогулке хороших людей. Побили здорово. Большая часть, не только кто в камере там сидел, по 5 человек там в камере, но там все, где крытники. Объявили голодовку, присоединились многие еще. Присоединились.
Женя, лопатки это. Женя. Я бы. Мусора приходят с бриллианты и говорят, Вася, вот так и так, все объявили. Когда Москва узнала, Москва-то управа-то берет мусоров, блядь. Тварь, что уже голодует около месяца, блядь. Вот бриллиант, говорит, они раз, второй бриллиант, говорит, ну пошли вы нахуй вроде. Я-то при чем был? Блядь? Если я-то вы не можете остановить. Вы наводите порядок, да. Блядь. Снимайте. И бриллианты отправляют в Пермь, в тюрьму. В Перми он сидит 2 месяца, в тюрьме, бриллиант. Куда его сунуть? Куда, где хлопнуть его, блядь? Отправляет его в этот Соликамск. Строили этот белый лебедь Соликамский для того, чтобы воров ломать. Вот. А туда Васю Брянта привезли. Еще легенда преступного мира, естественно, того начальника, который был в то время там, Уина. У него там вообще амбиции. Вертолетом везут бриллианты с Перми в Соликамск. И уже подъезжая, вертолет прилетает, передают его. А там Шмицарев такой был, генерал, хозяин. Старая произвольная рожа, сука, блядь. Генерал, начальник управления Шмицарев. Я бы. И перед Соликамском, ну, что-то там мусора начали, и он там, ну что он там сказал, и мусора его в вертолете избивают. Ну избивают-то, блин. Не так, что сразу наглухо там. И передают его на пересылки. Вечером там выгружают это, а в 5 часов его, и кидают его к палубам. И его задушили. Так он только услышал об этом, он забежал только вот на «Белый лебедь», утром забежал в управление, как пришел, узнал, прям прибежал на «Белый лебедь». Ну, кому тут руку пожать за Васю бриллианта? Если у администрации, если у власти есть умысел уже убрать, уберут в 5 дней любого. Просто его привезут в такое место, где его пока не узнали, и быстренько уберут. Откроют хату, и суки зайдут, уничтожат. Я всегда приводил пример, я говорю, вот случилось бы вам умереть в один день, одному там начальнику я говорил, который тоже за вас стал говорить, я говорю, вот случилось вам умереть в один день, разница между вас такая, что Вася бы на похороны, десятки тысяч людей пришли похоронить, искренне пришли бы, не нажраться на поминках, а просто именно увидеть в последний раз человека, попрощаться с ним, миллионы бы пришли, к твоей бы пришли, твои сослуживцы, и родственники в лучшем случае. На 9 дней его упоминали, Васю Брянта, также десятки тысяч людей поминали бы. Тебя бы вспоминали уже только родственники, даже служивцы бы уже не отмечали. Только родственники. А 40 дней половина родственников бы, бля, уже забыла, что ты такой был. Знаешь? И в итоге Васю еще десятилетия будут помнить люди, даже по разговорам. Она слава, о нем говорят люди, значит, человек что-то стоил, значит, что он этого достоин был. Не списывайте все преступления на воров и не делайте из них козлов отпущения. Мы несем свой крест чистоты воровской жизни. Она чище, чем вся ваша государственная конюшня. Сегодня вы нас в петлю толкаете, а завтра, когда мы уйдем, удавка затянется на вашей шее. Я не случайно парюсь в одиночке, сижу без грева. А все потому, что хотел собрать общий сход. Братва должна понять, что нам грозит разложение, нас хотят натравить друг на друга. Откуда этот ветер дует? Похоже, с запада. Видно, опасаются нашей идейной сплоченности и хотели бы нас разобщить. Сиволапы топтали зоны, потом двинули за кордон. А там сообщили, что значит в России сила нашего братства. Вот вспомнилось. Я встречался с Буковским на Централе во Владимире. Он хотел тогда втянуть братву в политику, чтобы преступный мир поддержал диссидентов. Но у нас нет хозяев, а у них все хозяева на Западе. Наша позиция пришлась не по вкусу политическим, и теперь для них преступный мир, как и Россия, словно кость в горле. Умер он, сидел 35,5 лет, знай, без выхода. И погиб, ему оставалось, блядь, 1 месяц. Сел он в Саратовской области, как я город-то, блядь, как я город-то, сука, забыл. В 49-м году, 28 октября он сел. Можешь подсчитать.
когда он приехал, в общем, вот тогда милиция, они хотели, знаете, вот хотели завербовать вот таких личностей, как был Ираклий, потому что он во всем Советском Союзе был, наверное, на пальцах можно пересчитать таких авторитетов, да, здорово, в законе. Ну, хотели завербовать. В каком отношении? Что он, мол, ты будешь все, только один человек будет знать, что ты и он, остальные никто ничего не будут знать, и у тебя будет значит, этажный дом, Волга, тогда Волга в моде была, и все, все, и деньги, и все будет, только ты нам будешь передавать, значит, сотки. И Ираклий им ответил. Это, что вы сейчас мне предлагаете, мне это предлагали 4-5 раз. Предлагали. И тогда я не пошел на это. А почему сейчас вы думаете, что я на это пойду? Нет, Курт, они ответили, эти полицейские, не полицейские, а милицейские. Милицейские ответили, что тогда у тебя не было собственной семьи, собственного сына, как сейчас, Валалу, например. Вот, не было. И ты был один, отвечал только за себя, а за семью не отвечал. Поэтому сейчас ты, если ты не пойдешь на это, что мы сказали, да, мы тебе дадим полную катушку, и ты просидишь еще, вот, еще 10-15 лет. И ты не выйдешь из тюрьмы, фактически. Тогда им Ираклий ответил. И вот этого сына, которого ты так дорожишь и так ты любишь, у этого сына не будет отца рядом. Вот поэтому мы говорим тебе такое предложение делаем. А Ираклий им ответил, такого отца, которого вы мне и ему предлагаете, чтобы вообще не было лучше, чем был наяву такой отец. Понимаете, он так и ответил. Да? Такого отца лучше, чтобы не было. У них и жены есть, у них и дома есть, и машины, и богатство есть. У них есть некоторых все. А некоторые есть, у которых ничего нету. Есть там родительский дом и все. Как раз 70-е, 80-е годы, когда вот это вот было все разделение. Старые, которые еще жили, четвердашники, они еще сидели, они же тоже писали и говорили. И так у них, ну, никто не приезжает, никто не смотрит, никто не видит. Там если попадало что-то туда. Ну и вот так же они своим писали, те своим писали. И вот начинались трения какие-то. 70-е годы, 80-е, эти. Уже они, вот эти устои пропали у них, понимаете? Вот воровские, значит, моральные такие устои пропали. Когда он вышел из Златоуста, я помню, тогда цеховые дела этот были в Габаку. За блатных и цеховых ребят! В 70-х годах, в конце 70-х годов было обращение цеховиков, потому что начали уже их обдирать. Товарищ Силья, он не виноват, что он стал нашим другом. Да. У него и профессия позволяет. Тогда было принято решение обратиться к ворам уже на честной основе, чтобы уже знали люди, что да, мы имеем и можем даже оказать какую-то помощь кому-то, что-то. Но они решение приняли, и вот сходка была здесь. Ну, масса воров было, человек 50. И со всего Союза приехали цеховщики, и конкретный был разговор, что доля будет платиться. А знаешь, что они хотели? Я вор, я должен сидеть, и кто-то меня принесет. Никто тебе не принесет, это не пенсия тебе, говорит. Вор, ты должен, если 100 лет тебе будет, ты должен, это, или бросай. Бросай, пожалуйста, по-хорошему отходи. Ну, кто не считал, что это неправильно, значит, он не прикасался. Вот если вор, он сядет, например, он будет сидеть и будет заниматься, например, разборками коммерсантов, например, а другой вор станет, и он пойдет, он будет сам воровать. Вот Ираклий, когда вышел, он не хотел ничего. Он по-хорошему отошел. И сказал, я отхожу по-хорошему.
Какое ваше дело там, кто деньги там взял, что производственные там или совещание или что? Вор, вор, если вор. Если не вор, отходи. Какой ты вор, ты падла? Как они лист продают этот, как он назывался? Лавруш. Лавруш, ты лаврушник, какой ты вор, блин. В мире самые сильные воры – это в России. Самые сильные, потому что это воровской. Жизнь там была очень сильно развита. И когда они сказали, здесь грузинские воры, когда им отсюда когда они послали, значит, послание этим ворам и сказали, что как нам поступить, мы не знаем. Вот вы скажите, русские воры. Они ответили, у нас там есть Ираклий Ишхнели, и мы ему все доверяем. Несмотря на то, что он сказал этим ворам, я по-хорошему отхожу, потому что он был честный. До этого никогда в жизни Цеховщикова никто ничего не брал. Воры не брали никогда. Они жили своей воровской жизнью, они крали. С игры шло, с кражи шло и по сей день. Сейчас немножко, может, поменялось положение. Не знаю, но сейчас берутся всех, кто дает. Вот это как сейчас, да, за деньги и все. Жажда наживы. Этого не было. Была справедливость. Раньше вот воры, старые фармации по-другому жили. Справедливо они жили, понимаете? Соблюдали все воровские традиции. А сейчас эти молодые, наоборот, они живут. А вот тогда уже все на деньги перешли. Все это... как его, меркантильные стали. Которые в нефть залезли, в бизнес залезли, лотки расплодили свои, да. И вот они управляют с правоохранительными органами, так сказать, взаимничают. А сейчас, значит, от воровских традиций отошли? Да. Так как, значит, молодежь тут совсем по-другому себя ведет и... Правильно. Я не согласен. И когда его хоронили, когда на его похороны пришли его вот эти русские друзья. Один был из Магадана. Один был из Магадана. Колька Магаданский был один из Магадана. Колька. Один был Васька Псих. Он был Украины, Харькова. Слышал такой был Псих Васька? Ну, слышал, да. 16-го года он был птих-то. Много прожил, умер он в 84-м году, 14 января. А в ГУЛАГе-то он просидел сколько. И под расстрелом трижды был, блин. Был из Тулы, был Юрка, такое слово, Юрка Говнюк, так называли его, да. Говнюк Юрка Стаханов, слышал? Слышал? Блюш. Я по Туле Говнюк Юрка. По Картаву его, где вот это свозили воров в 55-м году на Чукотку, где резня была в Бледяне. Ну, это длинная история, блин. Это опять запишут, потому что в фильм попадешь им. Вот эти законные воры, они когда приехали когда на похороны Ираклия, когда они приехали, они знаете, что сказали вот нашим ворам, вот этим тбилисским? Что это, говорит, вы воры или эти, как говорят, буржуи, говорят, фашисты? Волги, дома, что за воры? Вор должен быть, тулуп один, и даже дома ничего не должно быть у воров. Вот так им сказали, вот эти русские. Люди живут, некоторые хорошо, некоторые плохо. А быть бродягой, да, они считают, что может быть, это уже неправильно, наверное. Большое счастье вам, долгие жизни и маленькие богатства. Без богатства очень плоховато. Но Хасан один из тех фигур, который любил жизнь роскошную, который всегда, даже когда был бедным, самым бедным, даже когда сидел, страдал, всегда мечтал жить очень роскошно. Где-то в земле все видит. Еще все не видит. Еще много впереди. И он этому и пришел, и жил он этой жизнью. Аслан Усоян Рашидович, он с 80-х годов где-то
он в Грузию не приезжал. В рабочих вариантах у нас никогда не было с ним какого-то... Мы его не видели. В поле зрения правоохранительных органов он сюда никогда не попадал. Почему? Потому что он уехал. Вот во время еще правления коммунистической партии здесь. Он когда уехал в Россию, с тех пор он сюда не появлялся. Но все воры, те, которые в то время уехали, все начали потихонечку сюда, все приезжали. Все приезжали, кроме него. Вот я живу в Грузии уже 40 лет. Я его не видел. А здесь не видел. Почему эту причину? Честно говоря, я не могу вам назвать. Воры, у которых отклонения в жизни, но в данное время находятся ворами. Расаян Хасан Тбилисский. Он в данное время вором сидит в Омске. У Хасана большой разговор, так как при нем убили вора Лимону, а убил Тбилисский Ишхан. Говорят, Ишхана зарезали. Простить воры не будут, когда все выяснится. Хасан говорит, что у него не было возможности убить Ишхана. Есть люди, которые утверждают, что у Хасана была возможность. Это его, их неписанный закон. Он этим шансом не воспользовался, и у его коллег была резкая причина, чтобы лишить ему короны. Также ходит разговор, что когда он сидел в Тбилиси, в Овчале, он поставил такое положение в зоне, что воров не запускали. Он там по-своему диктовал. Там, если там кого-то другого вора, там, как его, завели бы, там его сразу там к администрации говорил бы, и его убирали. Сразу убирали оттуда, понимаешь, этапировали. В другую потому колонию. Что хорошо один был жил, один вор, понимаешь? В 80-е произошло то, что в Тобольске все воры, масса воров, там ни один, ни два, ни три человека, а 10-20 человек. Фраера, мужики, которые там сидели, да, они говорили это, твердили хором еще в 80-х, что он не может быть вором, потому что он плотную сотрудничал с администрацией. Вот он пошел в черной масти, а потом вдруг начал с ними сотрудничать. Там написано, если ты так будешь делать, то пойдешь домой или когда на УДО пойдешь, туда пойдешь. Лишь бы били бы живы, здоровы, били бы на свободе. Как я знаю от старых воров, которые воры, вот, ну, скажем так, последние магиканы, которые вот поста Чик-Чик, Агурам, вот, которые еще, ну, Минаго, вот старые воры, короче, они говорили, Байко, вот этот, Сергей Кутателадзе Николаевич, царство небесное, короче, они говорили, что в Тобольске он, ну, подписку давал. Юра, не надо, ты здесь проживаешь, блин, тебе уже просто такой возраст. Вот другие вы будешь, вот, блядь, и придадут гласности, блядь. Ну хорошо знают тебя, простят, а другие вот, которые сегодня, блядь, стреляются между собой воры, блядь, и сделают тебя перед смертью инвалидом. Хорошо? Да пусть, я и так инвалид, я первый, у меня первая группа. Еще ходишь. Эти люди, вот эти люди, которые обращались там или ворам, или там положенцам, или там, ну, кому-то это сказали вслух, громче, да, где-то? Эти люди каким иным способом пропадали? Хасан, находясь в 80-х годах в Крытой Тобольске, был под вопросом, то есть под сомнением, а освободился, быстро нашел поддержку среди некоторых воров за счет наркотиков и денег. Наверное, все знаете, что большинство воров в законе, они употребляют наркотики. Если бы воры бы не кололись бы,
было больше бы порядка. Понимаешь? А когда уже... Ну да, разговор-то такой, знаешь, давай... А когда колоться начали, это уже... У каждого человека свое чувство. Не, кто-то ну, пил, кто-то не, колобус, чувство, кто-то чувство. Курил, кто-то таблетки глотал. Это что у вас? Что за парашют? До 50-х годов очень мало было. Редко кто кололся. Но тот, и то так кололись, там, знаешь. У Савыска тоже кололся, но вот он только может в месяц раз уколоться. А так, а уж в последнее-то время идет на работу и уколется. И он не может, встанет за штангу, возьмется и спит. Наркотики употребляете? А вы употребляете? Нет. А вы? Что такое наркотики? Наркотики – это такая тема, что люди, ну, попробовавшие ее, да, уже не откажутся никогда. За что задержан? За гашиш. В зоне наркотик это было элитное состояние, это элита колос. Вы ранее были судимы? Было, было. За что? Дело. Какая статья? Было что-то в 2009-м было. Что-то за там. Что? Что-то употребление там наркотиков что-то было. Да. Состав какой? За что сидели? Ну, за наркотики. В чем вас обвиняли на этом суде? Потребление и сравнение наркотиков. А в 90-е годы он разъезжал по России в окружении своих приближенных. Город Хлебный, город Хлебный, давно у нас звали. Много людей приезжали, туда обосновали. И этот город стал на них вроде и второй. Мы не имеем права обойти этих людей и выпить за них, вместе них за всех наших краснодарских друзей, который отсутствует, который в командировке, кто-то за границей, кто-то пошел на вес зарабатывать, кто-то пошел на вес заплатить куда-то, кому-то чего. Это нам мало интересно. В Грузии, честно говоря, тут воры как бы больших денег и не зарабатывали. Все деньги, что кто-то заработал, это заработали в других странах. Что в Краснодарском крае, что в Свердловске, что в Сибири, что в Хабаровске, везде. Вот в Киргизстане, Казахстане, там ворота иначе не было. Вот все вот славянские воры, которые вот считаются авторитетными ворами, всех короновали почти 99% грузинские воры. У Хасана была одна черта, он всегда старался обиженных воров к себе подвести, которого обидела та сторона. Прежде чем что-то сказать, всегда нужно подумать. Подумавши сказал, обязательно нужно делать. Деда, этот стакан за воровскую мазь, если серый не поднимет, я подниму. За воров подниму. Я надеюсь, не подведешь. Давай, Серега. Давай я подумаю. Поднимите. Не поднимите.
Герман, он идет наискось, посмотри. Ободок сверху идет. Короче, мы тебя поняли. А что понимать? Просто... Дед, минус, говорит. Че? Ваня. Артемович, ты сделал все, что ты мог. Слышишь? Красиво, приятно, по-человечески. Ну, когда, знаешь, меня выгнали со школы, и ты другой школы директор, и ты меня к себе подобрал, и мою фотографию повесил на доске отличников, я тебе всю жизнь благодарен буду. Не, Рантик тоже оттуда, Рантик. Наши, вот, Толик будет руководить, мой лучший друг. Мы один год друзья. Есть, называется его Шмо. Хасанович. Шмо Хасанович. И я хочу, чтобы он руководил наш столик. Или посмотрите, вы можете восхищаться его талантом. Желаю вам спасибо за доверие. Желаю вам всем провести хорошее время, красивое время. Погулять, но как хочешь. Спасибо. Но он столько умер, Рантик. Его знает весь Союз и знает только с хорошей стороны. Так доброго и не кровожадного, в отличие от некоторых. Он всегда старался все случаи свести на добрые, на хорошие и на мировую. Что ему удавалось? Честь и хвала ему Богу. Но сегодня мы стоим перед фактом, что Рантика нет с нами. Прошу, пожалуйста, Сергей. Уже выпил сейчас за близких друзей, которые приехали, преодолели расстояние. Это мы скажем, это за тебя выпил. Нет, нет, я не знаю, что сама думали, что я думаю. А сам почему вы себе позволяете? Почему вы себе позволяете? Тот же дьявол же не просто вор в законе, он очень богатый человек. А по этим понятиям он, естественно, мог испортиться. В наше время. Правильно? И поэтому, видимо, и ошибка-то была его. Его поведение, скажем так. Зажался. Деньги меняют человека. Даже власть меняет человека, а не деньги. Я не помню, каково. Я чего и упор вам всем. Законный вор. А где она, профессор? Может быть, да, все. Да, деньги это очень большая беда. Так же все говорят, что, то есть даже сами воры говорят, что он являлся одним из богатейших человеком. У тебя там в Америке все есть. И жена, и дети. Не в Америке больше. Я знаю. В Европе подавно. Я хочу сказать, что все есть. Я был 40 лет назад. Слава Богу, все есть. Я доказал всех ударов, что я на 100 раз богаче. Ну, были неправильные поступки в воровском мире. А если посмотреть иными глазами, человек хотел жить хорошо. Он любил коррупцию. Все, больше ничего. Никаким вором он не был. Он уже, наверное, сам устал от этого имени. Вор, 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 вор. Был он когда-то. Одел эту корону, и с этой короной он проплыл туда, проплыл сюда, и все. Уже корона жала ему, понимаешь? Корона, когда жмет, это плохо. О! Вот это да! Это санка тяжелая была. Хасана якобы развенчали? Ну, это... Да, правильно. И были для этого основания какие-то? Да, правильно. Когда у него сообщика деньги, большая сумма, там не 500 тысяч долларов, не миллион, не два, миллионов 19-20. Они свой наркотрафик там строили, короче, параллельно, с Казахстаном, с Киргизстаном. Был тут вор такой, да, Рудик, Рудик. Ну, в Москве Рудик, бакинский армян. Да застрелили в кабаке до которого. Рудик это был патриарх воровского мира практически. Кто его не знает, тот многого не знает. Армянский народ. Где бы ни был, в Москве, здесь, Ереване, Пятигорске, где бы ни был, гордятся вам. Рудик, ты не очень старый был, ему еще, блядь, 50-то не было, наверное. Я-то слышал же этого Рудика, блядь, его. Ага.
Долбатинский рудит. И он самый казенный вор был там, в Азербайджане. И не только он, у него еще и три брата были в Иране. Они все разные были. Они все были разные. Честно говоря, вот жили в одном доме, и все были разные характерами. Рудик, он у нас, хотя и был третий ребенок в семье, но он вот по его складу ума, по его серьезности к жизни и пониманию этой жизни, вот он считался старшим. Что касается Вовика, Вовик у нас, он как будто родился со своим именем. Вот это настолько было очевидно, что он будет тем, кем он стал. Что когда порой задают вопрос, а когда он им стал, мне трудно на это вообще ответить, потому что мне кажется, со дня рождения он такой. Во-первых, он родился на шестипалый. У него на двух руках по 6 пальцев было. Потом в 16 или 18 лет один палец оперировали, который здесь, он ему мешал, а который здесь, между пальцами, он ему не мешал. Он так с ним и остался. А потом вот так вот жизнь сложилась, 88-й год. Вот эти события в Баку. И вот судьба нас разлучила. Ну, Рудик сначала приехал сюда, в Пятигорск. В 88-м, когда в феврале все это началось, местные тогда, кто здесь гулял, им было, он им был не нужен. Они поняли, что они погаснут рядом с ним. И нет, нельзя, прописаться нельзя, все такое, он уезжает в Ташкент. Начинает жить в Ташкенте, потом в Ташкенте тоже такое же вызывают вышестоящие, дают знать, что здесь будет второй Баку. То есть там с русских начали. Если здесь с армян, там с русских, то собирайтесь и уезжайте. То есть христиан будут давить. И вот тогда пришлось из Ташкента уехать, и уехали в Москву. Там разделена Москва была конкретно, и у кого такие были части, все известно. Рудик заехал туда, там же и масса бакинцев заехала, там же и коммерсанты все поехали, армяне. Там рестораны, отели, все под ними было. Ну, естественно, предпочтение отдали кому? Рудику. Они же к нему пришли. Защищай. А, Юрий, мы и говорите, Рудику-то не... У тебя-то больше возможностей. У миллионера дает понять ему, блядь. Вы ж миллионеры, блядь. Ну и не меньше. Не меньше. Там конкретно они стояли. У них вообще часть Москвы была под ними. Армяне, азербайджанцы также были все под ними. Рестораны, отели, все цеховики, все были под ним. Ну и, естественно, кому-то, может быть, это не понравилось. Кому-то, может быть, что-то... Где-то перешли дорогу, кто-то, может, хотел просто забрать. Очень редко, когда дружат себе, вот воры, очень редко. Они ненавидят друг друга, понимаете? Вот один вор говорит, вот он говорит, миллионер, то вот там у него там бизнес, там, вот показывает квартиру, не квартиру, а большую, как его. Дом, там, дом. Состояние, да. Он говорит, вот я, вот как он живет, вот как я живу, понимаешь? Ненавидели друг друга. Да. Зависть какая-то между собой у них была. И вор есть вор. Авторитетный вор самый был такой. А что у них там с Хасаном было? Ну, что-то, наверное, произошло. Слушай, давай вернемся к злободневной проблеме, теперешней злободневной проблеме, то, что касается Рудика и Хасана. Дон Сергеевич, я хочу пить за ваше здоровье и пожелать вам терпение в это тяжелое время. Информация идет о том, что вот дед Хасан с Рудиком там конфликт идет и так далее, и так далее. Здесь раздули из этого кадила такое на всю Россию. Раньше такого не было. Никогда ни одни. Были конфликты между самих воров. Были кто-то. И все вставали там, и там. Но чтобы массой такой быть в конфликте, такого не было. Две массы воровских никогда не воевали между собой. Ну, история такого существования воровской идеологии и существования воров, такого никогда не было. Кто-то стал, например, посчитал, что вот на этой стороне больше правда, а кто-то посчитал, что на этой стороне больше правда. Кто-то, исходя из каких-то родственных и дружеских отношений, стал на одну или иную сторону. Все решают деньги.
Если я безработный, ты мне работу даешь, который у меня до этого на проезда метро не было денег, а каждый месяц сейчас у меня 50 тысяч долларов железно, конечно, я тебя буду любить. Он всех купил и купил все. Вот есть, например, воровская сходка, да? Только там ты можешь глаза на глаз. В Одессу собрались только народу решать этот вопрос. Одесский розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса переполнена ворами, что наступил критический момент. Старичков там подтягивали, у них действительно за ними веское слово. Ну, я имею в виду на сходку-то. Они не московские в основном, там, а из Краснодара, там, прочее, так сказать, да, там очень. Из Тбилиси, то есть. Уважаемый, что сторону может перерастить. В течение этого года Рудик, наоборот, хотел всех собрать, все, но никто не приезжал. Вот там многие воры идут там на сходках, а многие не идут. Почему? Потому что у них грехи, понимаете? И они боятся, что за эти грехи их могут там предъявить какую-то предъяву и раскороновать. Вот и причина непоявления их вот на этих сходках, например. Я знаю, что каждый, когда вот знал, что у Рудика, ну все мы знали, что ходит по лезвию ножа, да, это уже не скрыть. В последнее время ваших много уже стреляли. Якученко-то слышал? Я говорю, где застрелили, ты знаешь? Его в аэропорту в Кабаке. Он опоздал на самолет его и сидел в Кабаке в природоме. Он и в Крыгове Владимир был в одно время бриллиантовый. Наверное, те, кто сейчас из зоны вышли, они, наверное, больше традиций поддерживают, чем на свободе. Деньги, сам говоришь, влияют очень сильно. Да. И у меня создается такое впечатление, что тормозит кто-то специально. Чтобы я появился в Иркутской области, это одно, а во-вторых, чтобы я вышел на свободу. Я мешаю. Убили бойца. Ну, слышал, Череп, не встречал в Москве? Он же долго в Москве. Боец-то? Боец, да. Ну, Иркут. Конечно. Он не иркутский, он с Димы. Ну, так, иркутский. Его жена сходка была, выходил его в машине, его и молодняка там. Артура Самарию убили, он лежал в больнице, ему приходит передача. Кастрюля вроде бы с мацони. Он открывает крышку, и тут это взорвалась бомба. Рядом, вот я знаю, что был Артур, вот Клоп, да? Вот я знаю, что самый преданный человек был он. Вот если бы он на тот момент был живой, был бы рядом с Рудиком такое не произошло бы. Он прямо говорил, что уже заказали, что его уже заказали. И конкретно сумму обозначил. И... оставался в Москве. Может, кто-то так преподнес, может, кто-то что. Но оставался в Москве. Семья у него там была. Постоянно под прицелом. Вот они сидели на Кутузовском проспекте, детки маленькие. И вот этот красный, вот этот мишень есть с соседнего дома, когда направляют. И раз, видят там на ребенке лампочка эта красная. Представьте, в любой момент. Армян, иди в сторону, захуярился. Да, на Рудика покушались, да. Его стреляли с этого гранатомета, обстреляли машину, его гранатомет. Но спасло то, что он в лимузине ехал бронированным в Москве. Этот человек, который что-то сделать, он как стратег был. Он обдумывал это днями, чтобы сделать минутное дело. Он мог ночи напролет не спать. Ну, вообще, да, вот на самом деле, вот чересчур умнейший человек был. Если у него было свидание назначено и с вами, и с вами, и вы вот находились в одном районе, мог бы, да, вас сказать, придите, вот здесь пообщаемся. Нет, он с вами встретился бы в одном районе, поменял бы 5-10 машин, встретился бы с другим, совсем другом районе. Чтобы ни ты не понял вообще, откуда он появился и куда он исчез. И вдруг в этот день, 11 февраля, хочу очень в это верить, он собирает всех, знаете, каких?
всех знакомых, которые до него годами не могли добраться, дозвониться, достучаться. Родные, близкие. И вот человек 15 было там, и Рудик там просидел часов 5. Такого вообще не было, чтобы он где-то собирал столько народу, чтобы он сидел столько разговаривал. При этом дверь одна открыта насквозь, дверь вторая открыта, вы, наверное, были там, видали, да? Рудика уничтожили, его епархия и другие заведуют. Те, кто он поставил в свое время, они сейчас и стоят, только смотрят на других. Как говорится, был король, умирает, да здравствует другой, да, король. Вот были они, были люди, приближенные к ним. Каждый радовался быть рядом с ними, считали за честь, за гордость, да? Но если это были искренние чувства, они должны остаться и после смерти, да? Вот мне больно, что на сегодняшний день я не могу никого вот сейчас вспомнить или привести, чтобы человек добрым словом, добрым, недобрым, чтобы вспомнил, сказал что-то. Настолько люди всего сейчас боятся. Каждый живет для себя. Ну, это жизнь, наверное, аж сделала так. Каждый вор, который обосновался, который не хочет больше садиться, хочет со своей семьей побыть, каждый хочет хорошо одеваться, обуваться, на хорошей иномарке съездить, да? Ну, коснулся как-то его Хасан, он думает, да ну его нахер, он или меня посадит, или убьет, короче. Вот сейчас идет сучая война, как раньше было, но тогда раньше была сучая война. За забором в лагерях, а сейчас она на воле переместилась просто. И люди, которые жизни не живут этой, они не понимают, что сейчас опять же такая сучая война идет. Но она идет сегодняшним днем в сегодняшней Москве. Понимаете? Вот и все, больше ничего. Есть воры, есть дедовские. Они между друг другом никогда они не сядут больше. Они все были друзья. Но сегодня, это как в политике. Но сегодня друзья, завтра они враги и так далее. И вот исходя из чего-то, кто-то встал на сторону Мираба Джангеладзе и Тарьеловне, кто-то встал на сторону Хасана и Лаши Шушанашвили. Бесится от денег. От богатства бесится, что это Хасан, что это Лаша. В окружении деда ни одного нормального вора нет. Всех он отравил своим деспотским внушением, своим затмённым разумом. К нему больше обращались там, в России, значит, я имею в виду, люди... коммерсанты, так называемые, чем, например, вот к другой стороне, к другому клану. Все сейчас, кто на стороне Джангеладзе, кто на стороне Тарьела, все матерые преступники, которые сидевшие не один раз. И в 2008 году они готовы были к примирению, но их же должен примирить человек, который является уже и для них авторитетом. Это самый уважаемый человек из воров, да? А уважаемый на сегодняшний день для воров, я могу сказать, это Чикование является. Он, во-первых, самый старший по возрасту, и во-вторых, он самый авторитетный и уважаемый. Но из-за здоровья и
исходя и там из других каких-то, он не смог выехать из страны, из Грузии, то есть. И вот этого примирения, хотя я уверен, что если бы он начал бы заниматься, примирение бы произошло. Вы представляете сейчас, кто такой Бог, если ему Хасан звонил, если ему Тарьев звонил, если ему Чанфилази звонил, Шакро звонил и говорили: пожалуйста, Боги, приезжай, давай мы тебя привезем и разрули этот конфликт. А ему это не надо было. И он это всегда подчеркивал, что он что Тарьева, что Хасана, что многих, не буду сейчас имена, не видит воров. Откровенно говоря, они не воры, а бизнесмены сейчас. Они бизнесмены. И что среди них творится, я этого не пойму. Вообще не имею понятия, почему им нужен то, что вот вроде воры. Вор в законе, бизнесмен. До меня это не доходит. Это что-то современное. Чтобы погасить этот конфликт, в 2008 году, я помню, когда они собрались на Пироговском водохранилище, собрал их Тарьелу Нияни. Решали вопрос, то, что там Хасан хотел под себя всю Россию, всю Москву подавнуть, а Тарьел говорил, не будет этого. Но, как мне известно, что они позвали вторую сторону, вторая сторона не пришла. Не, Хасан не приехал. Приехала Шабаловка с Петровкой. Короче, да, залетели ОМОНовцы, вот, залетели, они помяли, да, бока они помяли сильно, но это их работа. Дедушка все ждал? Да, дедушка, да, организовал это. Что ты гнешься? А наверху есть еще кто? Наверху пассажиры есть? То, что они сейчас собрались на теплоходе, одна сторона там, а вторая нет. Это подлость. Это уже подлость. И вот винить, те, которые не пошли и остались в стороне, их могут обвинить. Это по-нашему. Так, смотрим все в камеру. Тарьела писали про гон, что Тарьел не вор, а плохой человек, не будем сейчас выражаться. Жизнь вора. Поводом для написания данной курсовой послужило следующее обстоятельство, а именно, ставим вас в курс порядочные арестанты, что на МТЦ находится человек, зовут его Тарьела Ниани. С ведома воров он есть, далее непечатное выражение. Если этот человек находится у вас в хате или при встрече с ним, поступать соответственно. Далее подписи. Слава Япончик, Дед Хасан, Лаша Руставский, Даток Утаевский. Всего 36 подписантов. Вы говорите, что он не вор, да? Если вы нас, воров, не зовете Сухумских, Тбилисских, Кутаисских, это уже заочное решение. Если ты хочешь что-то сказать, зови людей, позови человека и вот разговаривай. Вот, чтобы не было обезлички. Вы же вора судьбу решаете. Не то, что там говорили они, что Тарьел не вор. Говорили, что при встрече поступит соответственно, он блядина. Это уже вещей оскорбления уже нету больше. Куча оскорблений для вора.
звонит Вова ко мне. Хотя я всегда Вовику говорила: Вова, наш Рудик живой. Честно скажи, если ты знаешь, скажи мне правду. Вова, Рудик же живой. Он мне говорит: ты больная, что ли, говорит. Как можно, говорит. Как мог он такое сделать? Нет. И когда вышла последняя статья, и такой ажиотаж пошел вокруг этой статьи, прямо так правдоподобно было все написано, и звонит мне сам Вовик. Сестренка, такой радостный, сестренка, я говорю, что я говорю? Я говорю, видишь, я говорю, опять пишут, значит, он живой. И тут мне Вовик сказал, а кто в этом сомневался? Немного осталось. Немного, Лисенок, осталось ботать с тобой-то, с таким, как ты. Народ, ты весь испорченный стал. Раньше-то боялись даже, почему? Потому что если я узнаю, что ты такой человек непорядочный, тебя или зарежем, или тебя вообще убьем. Вот. И тебя голосим, чтобы тебя все презирали. А сейчас это даже в моду вошло, что ли. И это говорит Николай Бердяев, что вот сейчас вот мы движемся вперед, правильно? Когда человечество идет вперед. Это 5 строев, это не повторится больше. Вот это, значит, феодальный, а ну, сословный аристократизм. Это не повторится. Но вот кроме этих 5 строев, значит, общественного строя, будет 6-й строй. Это будет, значит, сулери аристократизм, значит, духовный аристократизм. Вот. Наше будущее будет духовный аристократизм.